Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Heartland. Необычная игра с необычной графикой, с необычным сюжетом. Я немножко разгрузил свой инвентарь, ну, выкинул старый хлам, выкинул некоторые ненужные предметы. И в моих путешествиях, я вот, к сожалению, этого не показал, я нашел... Вот я вижу там скелет как-то... Неправильно территория, что ли, появился. Я нашел шапку мага и сдал ее по квесту мага, и он мне дал спел магию или спел чикен. Вся суть в том, что я стреляю курицами, которые начинают бегать. Вот что, в чем прикол. И давайте попробуем. Я урон есть, да, урон 100. И кстати, вот этот requires левел 1, 2, 3, это как раз таки уровень, при котором, ну, который нужен для использования этого предмета. Вот так. Так что я ошибался, что это заточка. Ну давайте попробуем грохнуть кого-нибудь из... Умри. Нет. Что-то какая-то курица. Я думал, они взрываться будут или еще что-нибудь в этом роде. Нет, тогда возьмем вот эту вот. Нет. Вот, Sugar Wand. 320 урона. С кем они там дерутся-то? Ничего себе мне большой этот чел врезал-то. Ого-го. Так, стоп. Мне сломали щит. Мой блатной щит, при том, который давал максимальную защиту. Там 2 с чем-то. Так, плюс давайте сейчас мы покушаем кокос. Еще что-нибудь покушаем. Что-то как-то... Так, кроссбоу, это не то. Ну вот, это давайте покушаем. Конечно, можно расстрелять этого большого скелета издалека. Это, наверное, все-таки будет проще всего. Но сначала в любом случае нужно восстановить жизни. Я заметил, что они начинают гоняться за... Так. Я бутылки потерял. Монстр начинает гоняться за курицами. Это, кстати, тоже очень... Это гриб, это не то. Так, а вот. Так. Ничего себе. Так, успокойся, чувак. Чё ты... Разошёлся поломанный меч. Я не буду его использовать. Так, и почему не взялся не... Не то, я вот Sugar Wand хочу, а взялся почему-то... Оп-оп-оп. Вот теперь он на меня разозлился. Знаете что, я все-таки возьму кроссбоу, нет? Нет, он опять отошел, и может быть... Вали, гиганта! Умри! Ice Wand, так... Ух, конечно, возьмем деньги, куча денег. И я так понимаю, все, кроме денег и шлема у него больше ничего. Кроссбоу, это со скелета. Так, и какой-то Ice Wand. Вот он. 15-й левел нужно. 750 урона. Офигеть! Вот эта штука! Я, кстати, одел себе шапку пирата, но тем самым понизил как бы броню, так что все-таки... Шапку вот этого гиганта я одел отлично. Просто супер, да. Я, кстати, если вы не поняли еще, я хожу вот в этом ледяном биоме, который довольно-таки... Я бы даже сказал, опасен. Потому что здесь есть вот эти вот гиганты, которые не хотят умирать с одного удара. К
Кстати, все-таки вот интересно, а там что тогда? Раз здесь так закрыто. Может быть, секрет какой? Это я люблю. Секреты всяческие. Так, здесь чья-то могила. Мастер... Маджестик Гравистон. Ну, это просто камень. Ну и ладно, ну и побежали. Народ, валить. Будем прокачиваться, потому что в любом случае нужно много опыта. Лисичка. Так. Опасно. Это кто это впереди? Это непись, по-моему. Хантерс Худ. Так, привет, чувак. Гудбай, чувак. Жестоко. Конечно, шапку подберем, давайте. Ну, странно. Убил снеговика и получил с него шапку. Да ладно, че ты? Эх, такой щит и почти сломал. Жалко, я свой щит потерял. Вот что он. Прям обидный. Я такой урон чувствуется. Есть, у него броня была у щита около 1300. То есть, представляете, какой урон он поглотил, что он весь развалился. Это один раз он по мне гигант ударил. Это, конечно, сурово. Отлично. Просто вот шикарным образом два удара, два трупа. Мастерство не пропьешь. Так, там, по-моему, скелет с магическим вандом ходит. Это черепа я уже не буду собирать. Это уже что-то как-то их... Давай, иди сюда. Давай. Есть. Ice One of Godmund. Конечно, я его подберу в любом случае. И свечащийся череп тоже подберу. Так. Посмотрим, что за Of Godmund. Вот. На 7 левел 375 урона. На 7 левел. Почти скоро у меня 7 левел, так что скоро уже и оденем. Так, ладненько. Еще немножко пробежимся. А, в принципе, и все. Единственное, что я вот туда вот не ходил. То есть, вот сюда вот как раз таки мне надо было, ну, как сказать, если продолжить вот туда вот, ну, на крепости вот это начинается. Скорее всего, возможно, это подземелье. А вот, вот сюда вот дальше я-то и не пошел. А тут, в принципе, я смотрю и ничего... Ничего себе, ничего нету. Так, что мне с тобой делать-то? Все. Все очень просто оказалось. Так, Эстерн Чемпион и... Щит чемпиона и меч чемпиона. 350. Ну, как-то, знаете, и посмотреть... Эстерн Хелмет. Ну ладно. Так, кстати, вот у меня плохой, а вот здесь 400 урона. 400 брони. Так, Эстерн Сворд еще был же. Потерял что-то. А, вот, Вастон. Ну, такой. Не очень, честно говоря. Кстати, вот поломанный шлем, он больше как-то и закрывает мне не только голову, но и тело, по-моему, все. Так, все, в принципе, все. Тут, кстати, похоже, скелеты что-то с друг другом не поделили. Big Eye Ask. Тут что-то вообще замес чувствуется был. Щит. Меч. Ох, нифига себе. Я тут что-то пропустил явно. Я не знаю, что здесь было, но было здесь что-то сурово. Очень сурово. Так. И давайте еще посмотрим Big Ice Hammer. На 16 левел 800 урона.
Впечатляет, впечатляет, конечно. Так, ну ладно. Пойдемте, куда вот меня туда посылали. Это не то, что посылали, тут просто дальше можно пройти. Есть. Главное вот... Главное подойти сзади и вовремя ударить, как говорится. Так, это куда? Это у нас куда? Так, я чего-то не понял. Карта дальше не грузится, ребятки. То есть, как видите, вот появляется вот такая вот надпись, как будто бы должна карта загрузиться, но тут, видите, дальше вон конец карты, тут и нет этой карты. Домик. Черт возьми, что происходит? Мне не нравится то, что происходит. Так, ну, это, вот это интересно. Какой-то недоделанный момент. Так, наверху. Наверху вроде бы ничего нету. Там вроде бы тоже ничего нету. Я-то думал, честно говоря, что это будет какое-нибудь подземелье скелетов. Я не знаю, какой-нибудь склеп. Еще что-нибудь в таком роде. Ну-ка, давайте сбегаем обратно. Может быть, вообще портал не работает. У меня что-нибудь с игрой случилось, возможно. Потому что я не хочу, чтобы все сломалось. Совершенно не хочу. Я только, можно сказать, во вкус вошел. А тут такое. Так. Камень. Ну-ка, вот, все. Здесь загрузилось, все нормально. Черт побери, а! Черт побери! Блин! Че ты мне скажешь? Окей. Ну, все, в принципе, больше он мне ничего не скажет, не толкового. Так. Здесь я уже всех перебил. И, в принципе, здесь тоже больше нечего делать. Ладно, давайте сбегаем в город, посмотрим, может быть. Ну, предположим, даже, честно говоря, что там может быть? Честно, сложно предположить. Ну, может быть, какой-нибудь... Я квест смогу сдать что-нибудь. Я, к примеру, получил какой-нибудь предмет, возможно. Хотя еще есть вроде бы территория, куда я не ходил. Так. По-моему, я вот сюда еще не ходил. Свамп. Давайте сейчас тогда сбегаем к кузнецу, быстренько глянем, потому что он что-то какой-то вечно хамур у меня просил. Да, пожалуйста. 1303 золота мне дали за 5 гоблинских сердец. Отлично. Ну-ка. Эх, нет ключа. Дедок тоже мне ничего не хочет давать. Так. Эй, кузнец, ты где? Эй, кузнец! Так, можно уже пробежаться немножечко, так, потому что я могу себе позволить беготню. Так. Дедок. Дедок вроде бы ничего не давал. Но посмотрим сейчас. А нет, смотрите. Что-то он говорит, но задание я и не вижу, что у него есть какое-то задание. Монстры я тоже не вижу, чтобы они появлялись заново, потому что вот на всех территориях, где я уже пробежал, я не замечал ни разу, чтобы там... Large Hammer. А, понятно, в общем, какой-то Large
Хаммер нужен. Так, ладно. Ладно, надеюсь, в свампе я не был. Корн какой-то. Что такое корн? Я знаю, что вы знаете, что такое корн. 100%. Может быть... Нет, это не то. Может быть, это какой-то овощ? Возможно, конечно. Но, ладно. Корн я буду искать за кадром. Просто переведу это слово. А сейчас мы побежим в свамп. 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 Мне нравится, когда стамина много. Прям такой резкий дядька получается. Что здесь за свамп? И... Так. Я тут точно не был. Это 100%. Это хорошо. То есть еще не все потеряно. Я не во всех территориях побывал. Это отлично. Так, это вот. Пожалуйста. А че ты от меня убиваешь? Каки. Я какой-то каки получил. Так. Ну-ка посмотрим, что такое за каки. Так, во-первых, я получил... Так, вот это давайте выкинем. Получил 7-й левел, и я могу теперь что-то одеть, но сначала... Где за... Так, ничего такого я не вижу. Ладно. Так, второй, пятнадцатый, седьмой, вот, Ice Van Goodmund, 385, такой ван довольно-таки неплохо смотрится, главное есть подсветка, то есть мне не нужно носить факелы ради этого, то есть тут, я смотрю, вечный сумрак, что ли. Ого-го. Кости дракона, что ли? Так. В воду я залезать не буду, потому что, мало ли, утону. Были уже претенденты у меня. Точнее, даже не претенденты, я просто взял и утоп. Так, только я никого не вижу. Вот один зомби я вижу тут в поле где-то ходит. Который просто лопнул с одного удара. Зомби есть яблоки. Нормально. Это... В зомби они такие, они вечно там едят мозги и тащат все, что не попадя с собой. Так. Это странная территория. А, нет, не странная. Она даже очень какая-то... Заболоченная просто территория. Так. Куда все? Все хочу, морковку хочу, все, арбуз вот, еще так. Почему рука у зомби светится? Это тоже, конечно, так подозрительно, честно говоря. Так, ну вот, там вот болото, и я боюсь, честно говоря, туда идти. Давайте, ну давайте сбегаем, раз можно, может быть. Так, ну уже я здесь нашел зомби, 4-й левел, притом. Ну-ка. Потато это картошка, это я знаю. Так. Такое чувство, что меня здесь не должно быть. Я выше тумана поднялся. Сурово. Жутко, я бы даже сказал. Если бы еще здесь добавить звуков, ну там, не знаю, завывание ну, волков, там какие-нибудь поскрипывания, там смех какой-нибудь ведьмы. Было бы так, знаете, мурашки-то по коже бы ходили. Тем более у меня. Я к ужастикам так плохо на них реагирую. И без матершинных слов там, как правило, не обходится. Так, я аккуратно пытаюсь так, чтобы на меня не напал никто из-за угла. Кто здесь? Что-то как-то странно. Такое здоровое
такая здоровая территория и так мало монстров, прям как-то очень странно. Территория зомби, что ли? Земли мертвых. Ну, со снегом, конечно, со снежной территорией как-то странно. Я не спорю, что они... Они только начали... О, шлем-то мне, как смотрите, разбомбило. С одного удара шлем просто снесли. Я не спорю, что они многие территории собираются водить со временем. То есть, ну, потихонечку. Это, ну, как бы нормально, это понятно. Так, а у меня вообще останется ли... Остались ли... А, вот, есть. Хотя бы какой-нибудь шлем. Все отлично. Будем теперь поосторожнее, а то я как-то так сурово напал. То есть, с каждым, наверное, каким-нибудь обновлением будут добавлены новые территории, данжи, возможно, еще что-то. Ну, понятно, контента побольше. Делают они это не очень быстро, как хотелось бы, но довольно-таки уверенно, самое главное. То есть, они добавляют, они не забрасывают игру. О, сколько грибов-то, господи. То есть, они не забрасывают игру. Это самое главное, потому что мы... Уже очень много видели песочниц, интересных проектов, которые были просто-напросто заброшены. И тот же Cube World, который все, наверное, канул в валету и больше не вспомнится, если его только не выкупит кто-нибудь. Игрушка замечательная, интересная, но вот то, что разработчики просто ее, ну, бросили, так сказать, такой хороший, интересный продукт, это, конечно, печально. Так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, потому что 50 лайков и новые серии, то есть я начну готовить новую серию, когда это видео наберет 50 лайков. Конечно, я бы хотел, чтобы оно набрало 5000, но я реалист и понимаю, что на данном уровне развития моего канала это нереально просто. Так что с вас лайки, с меня серия и дальше прохождение в игре Heartland. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.